он был нам как отец. А еще выдающийся историк, общественный деятель и просто фанат своего дела. Все это о бессменном главном редакторе книги памяти Анатолии Иванове. Более 20 лет жизни он посвятил восстановлению имен погибших и вернувшихся с фронта татарстанцев. И как результат – многотомное издание «Книга памяти», посвященное участникам Великой Отечественной войны. Труды историка вспоминают его друзья, коллеги и семья. Вклад и в патриотическое воспитание молодежи. То есть он занимался и поисковым движением. И все это имена увековечены вот в этих книгах памяти. Он всегда ценил инициативу, поддерживал и давал работать, вот как человек видит, развивается. «Ни дня без строчки» – девиз Анатолия Иванова. За 75 лет жизни историк выпустил более сотни монографий, сборников, учебников. Тема войны – лейтмотив в творчестве Иванова. Человек-магнит – так историка называет его жена Вера Федоровна. Он человек был не только добрый, не только отзывчивый. Он, знаете, был человек-магнит, который притягивал к себе, но и сам любил людей. Он умел слушать, это самое главное. В этом году Анатолию Иванову исполнилось бы 80 лет, но труды историка не забыты. Книга памяти жива. Имена погибших солдат продолжают восстанавливать его коллеги и друзья. Сделали электронную книгу памяти в Парке Победы, чтобы люди могли посмотреть уже в компьютере, что найдено о погибших, и эта база обновляется практически каждый день. Заслуги Иванова отмечены многочисленными правительственными наградами, а книги до сих пор хранятся в музеях Татарстана. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань.